Здравствуйте, доктор Давид. Спасибо большое за то, что вы делаете для нас, за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант. Вот. Благодарны за своего мальчика, за те изменения, которые происходят с ним. Ему становится намного лучше. Вот. После четвертого сеанса у нас начала более четко меняется речь, она становится более полная. Раньше Тимур задавал вопрос, когда хотел о чем-то спросить. Например, говорил: а что это? А это, там, допустим, динозавр. А где он живет? А он живет в лесу, в джунглях. Вот. И теперь он говорит: это динозавр. Он жил в джунглях. Он и они вымерли. Вот. Теперь он может это сказать двумя-тремя словами и не задает вопрос, как раньше. Также еще очень положительный такой момент. Он лучше стал общаться с сестренкой. Раньше он всегда кричал, пищал, говорил: уведите, заберите ее. Вот, теперь каждый день по чуть-чуть он увеличивает количество времени нахождения с ней в одной комнате. Сейчас он уже может пробыть с ней 1,5-2 часа в комнате, ну там, играть, смотреть мультфильм. Ну, часто, конечно, каждый занимается своим делом, но вообще он дает себя сестричке и обнять, и показать какую-то игрушку. Также Тимур начал крепче спать ночью, это тоже очень хорошо. Вот. На этой неделе он играл пару раз в ролевые игры, причем за своих героев он разговаривал разными голосами. Вот. Также у Тимура часто бывает плаксивое настроение, но вот после четвертого сеанса это стало замечаться реже. Он стал более жизнерадостный. Также на этой неделе он в первый раз сделал повторение за движениями, которые он видит в мультике под песенку. Вот. Это, конечно, тоже нас очень порадовало и это очень удивило. Мы рады и счастливы за такое, за такие успехи. Спасибо вам огромное.